Evam prakriti vaichitra bhiddhati matayoninam paramparjena kesanchit pasanna matayo apare. Evam prakriti vaichitrat bhiddhati matayo ninam paramparjena kesanchit pasanna matayo apare. Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswati Goswami Thakura Prabhupāda, Paramahamsa Jagadguru told, Paramahamsa Jagadguru Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswati Goswami Thakura Prabhupāda сказал, что малейшее отклонение от пути Гурупад Падмы, оно скинет нас с пути Баджана. Вначале мы не можем понять, что даже малейшее отклонение, вроде бы немного, но если продолжить это далее, то это отклонение будет все больше и больше. И вот такое небольшое отклонение, что оно может сделать? И такое отклонение от пути Баджана, если мы так продолжим, его, то увидим огромную разницу в итоге. И таким образом мы сойдем с пути Баджана. И вот Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что малейшее отклонение от пути вашего Гурупад Падмы в итоге сбросит вас с пути Баджана. Вначале вы можете не заметить, но впоследствии будет огромно. Мы проданы лотосным стопам Гуру и Гуранге. Мы преданы лотосным стопам Гурудева. Не потому, что Гурудев давит на нас или заставляет что-то делать. Нет. Тысячи учеников преданных приходят, чтобы предаться лотосным стопам Гуранги Махапрабху. Почему? Да и идет ли им какие-то преимущества Гуранги Махапрабху, какую-то зарплату или еще что-то? Почему? Все, даже мусульмане, иногда можно наблюдать, как они предаются лотосным стопам Гурупад Падмы. Множество примеров у нас есть. И таким образом мы можем видеть то, что, может быть, у нас есть какое-то богатство или какое-то материальное достояние. Кто-то может давить на меня. Пытаться заставить меня что-то сделать, чтобы я стал, чтобы я что-то сделал, чтобы кто-то хочет. Есть такие люди. Или в материальном мире можно увидеть, что те, кто занимается всяким криминалом, правительство могут их посадить в тюрьму, как-то пытаться наказать, чтобы исправить. Но, говоря искренне, так исправить не так просто кого-то. Физически можно наказать, конечно, но умонастроение их изменить — это другое дело совершенно. Может физически как-то пытаться наказать, но изменить чье-то умонастроение — нет, это не тот путь, через какой умонастроение меняется. И хотя мы видим, что Махапрабху, он меняет умонастроение мировоззрение тысяч людей. И в этом главное. И вот мы готовы предаться, продаться полностью, буквально, лотосным стопам Гуру и Вайшнавов, поскольку из-за их любви мы буквально проданы их лотосным стопам благодаря их любви к нам. И такую любовь мы не можем сравнивать ни с какой ни с каким материальным чувством. Мы можем чувствовать это издалека. Если мы находимся в гармонии с Гурупад Падмой, тогда мы почувствуем, какую любовь мы
обретаем. Гурудев находится в вечном мире, но все же он дарует милость нам. И можно вспомнить один случай, что когда Чайтанья Махапрабху пришел в Гурудев, в северный Бенгал, в район Рамкелиграма, и вот эта деревня Рупа Санатан, они там жили. Санатан Госвами был премьер-министром в то время, Рупа Госвами финансовым министром. Они были этими. У царя Бенгала работали, и вот Гуранга Махапрабху, когда пришел туда, он подумал, что может что случилось, может кто-то хочет напасть на нас. Он какие-то меры предостережения пытался. Когда он спросил у Санатана Гасая, Санатан Гасая сказал, это тот Гасай, о котором думает и говорит твой ум. Ты прикоснись к своему сердцу и скажи. Спроси тебя, кто он, что ты думаешь? Сказал, я думаю, что он тот Гасай, имеется в виду Бхагаван. Вот этот мусульманский царь сказал, я думаю, что он Бхагаван, иначе почему? Тысячи людей без какой-либо оплаты следуют ему и за ним. Санатан Госвами сказал, да, он может даровать тебе, и по его милости ты царь, и будь осторожен, и не волнуйся. И таким образом мы знаем, что мы буквально проданы лотосным стопам Гуру Вайшнавам, Вайшнавов и Бхагавана из-за их любви, но не каждый может понять это. И поэтому, может, вначале они следовали Гурудеву, но потом отклонились из-за какой-то причины. Тысячи случаев таких, можно сказать, даже что большинство случаев из 100%, дай Бог, 1% останется, это хорошо, а 99% они отсеиваются по дороге, не могут следовать. И это шлока, с которой я начал, я объясняю. Evam prakriti vaichitrat bhiddate matayo ninam paramparjena kesanchit pasanda matayo apare. Bhagavad Mahapuran, Bhagavan Sri Krishna speaking to Uddhava. Shrimad Bhagavatam Mahapurani, Bhagavan Sri Krishna говорит Uddhаве, что из-за различной природы, из-за различного, из-за того, как они предаются Гуру Пад Падме, это должно быть как пример. У нас Гуру Варга Вишвана Чакравартипа, они такой пример приводят. На берегу Ганги растет дерево манго, дерево нима, и дерево манго дает сладкие плоды, в то время как дерево нима питается тем же воздухом, водой, и растет на той же земле, то, что солнце светит на него, но природа другая совершенно, и плоды горькие, и листья тоже горькие, и все остальное горькое. Сегодня Тирубхактити Сила Баладева Видьябхушана же. Он сокровище Гаудия, нашего Гаудия общества, во всем Гаудия Вайшнавском обществе. Он идеал, он сокровище, мы не можем сравнить его с кем-то. Кави Карнапур говорит, то, что now he is coming in the form of Baladeva Vidyabhushana. Кто? Гопинатха Ачарья. Who was sitting in front of Mahaprabhu, while находился перед Махапрабху, когда Махапрабху говорил Сарвам Бхаттачарья, когда они обсуждали Веданту, это перевели Нилачала Веданта Вайвакья на английском также есть.
Кави Карнапол говорит, он был там перед Махапрабху, когда Махапрабху объяснял Веданта Вакья. Поскольку Сарвабхаума Бхаттачарья был майявади в то время, и после обретения милости Махапрабху он изменил свое мировоззрение, и вот различные аргументы он приводил перед Махапрабху. Махапрабху опровергал его утверждение и утверждал Бхакти Сиддханту, и вот этот Гопинат Ачарья оставил свое тело, потом явился в форме Баладева Видьябхушана. Баладев Видьябхушан, не только он, также вся наша Госвами Варга, большинство из них, они никогда не стремились к Лапчик Пуджи Пратишчи, они никогда не стремились к этому. И мы не можем получить какую-то информацию детальную о том, где учился Баладев Видьябхушан, где родился, где женился, ну, таких нет, таких точных данных, как бы никто не записывал. Но говорится, что известно точно, что Баладев Видьябхушан родился около Римуна. Гопинат Хирачарья Госвамипад тоже там родился. Я был там в его деревне. Это давно достаточно было. И Баладев Видьябхушан тоже, некоторые говорят, и вот говорится, что он родился вместе Кирачарья Гопинат около Балешвара, около Римуна. А учился он около реки Чилка, а точнее около Бенгальского залива по направлению к Южной Индии. Есть озеро Чилка, очень большое. Крупнейший в Индии. Там он получил образование. Изучал грамматику и прочие науки. С самого юного возраста он был очень талантлив. Никто не мог сравниться с ним. Вот если он что-то однажды услышал, он запомнил. Он был великий ученый. So finally he went to South India there. Udupi, you know Udupi? Потом он отправился в Южную Индию, в Урупи, вместо Мадхвачарьи. И вот он отправился туда, поскольку Мадхвачарья, в то время особенно Мадхвачарья Сампрадая была очень могущественна. И вот он отправился туда как ученый. И он хотел находиться там какое-то время. Получил дикшу и все там. И после того, что случилось, он начал проповедовать о Шуддадвайтаваде. Мадхвачарья проповедовал Шуддадвайтаваду. И вот он начал проповедовать этого Шуддадвайтаваду. Что это значит? Я хочу объяснить просто какие-то морфологические аспекты, где он родился. Я не хочу об этом говорить, я хочу о том, чем он занимался, чему учил, поговорить о его великолепной жизни.
и учение. И вот он начал проповедовать Шуда Адвайта Вада. И вот это Шуда Адвайта Вада значит материя. То, что сознание и материя — это отличное друг от друга, Бхагавана и Майя. Вот он говорил о пяти отличиях. Мадхвачарья, он утвердил такую сиддханту, что джива никогда не может стать брахмой. Мадхвачарья, мы знаем, и Рамануджачарья, он был великой личностью. Он разгромил Майяваду Сиддханту, Рамануджачарья. Он был великой личностью. Он разоблачил Майяваду. Наш Рамануджачарья написал книгу «Парапакха Гири Ваджа» называется. Значение этой книги значит, что вот Парапакха Гири Варджа значит разоблачение Сиддханты Майявады. То есть эта книга подобна палице, которая уничтожает Майяваду. Это достаточно большая книга. И вот там Рамануджачарья был успешен. Но Мадхвачарья, после этого Мадхвачарья пришел сюда. Мадхвачарья пришел раньше, Рамануджачарья раньше, и вот Мадхвачарья, наш Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакура, Гурувага говорят, что Мадхвачарья, он разгромил Майяваду более широко. И вот кто-то говорит, что Баладев Видьябхушан раньше он был в группе Мадхвачарьи, и поэтому он пришел сюда, чтобы сделать как бы какой-то мост между Мадхвачарьей и еще чем-то. И вот какие-то люди говорят, что между Мадхвачарьей и Гауди Сампрадай нет никакой связи, но это глупо. И есть множество знаменитых писателей. И вот все они пишут то, что Сампрадая Мадхвачарьи не имеет связи с Гауди Сампрадай, поскольку Гауди Махапрабху, они утверждают, что Гуранга Махапрабху новый Сампрадая, новое, что она начата Махапрабху. Но это не так, я уже писал, написал достойный ответ Сахаджиме из Радхакунды. Что Гаудия, вот Махарадж такую книгу написал на бенгале, что называется она «Каковы ваши сомнения о связи Гауди Сампрадай с Мадхвачарьей?» И там можно найти, что Мадхвачарья и наша Гауди Сампрадай вечер не отличны. Эти писатели пытаются обратное утвердить. И вот они говорят, что когда Махапрабху был там в Южной Индии, в Урупи. Between Матхаджаджа Сампрадая Ачарья, that time,
обсуждение Мадхавачарьи и Махапрабху. И вот они в общем, ссылаются на вот это обсуждение Махапрабху, когда тот был в Южной Индии. И вот Махапрабху говорил, что ваша сампрадая утверждает карму и гьяну. И вот через читание Чайтамриту изучать, то можно найти, что Махапрабху спрашивает, говорит, что хочет узнать садан, садхья татва. И в то время они говорят что-то еще, говорили о чем-то еще. Говорили о кармарпане и о гьяне. И Махапрабху говорит, в вашей сампрадае эти два признака мы находим. Первое, гьяна или карма, которая, это гьяна, которая запрещена на пути бхакти. Махапрабху не оскорбляет их. Махапрабху говорит, что вы смотрите на меня, Майявада Саньяси, он из смирения так говорит. И вот Махапрабху говорит, что вы смотрите на меня, как на Майяваде, и поэтому вы не говорите о садан садьятатве. Махапрабху не оскорблял, а сказал так очень вежливо. And you watch me Mayavadi, that's why you are not going to speak the truth. I mean, actual Sattva Sadhana Tattva. This way, и таким образом, вот они услышали это, почувствовали себя стыдно. И Махапрабху в итоге привел аргументы Шастра Вичара, через которые он хотел и утвердил такую чистую практику преданности. И таким образом они те люди цитируют вот этот случай из Чайтамриты. Они говорят, смотрите, Махапрабху уже сказал, что ваша сампрадая два признака, которые запрещены на пути чистой преданности. Они говорят, то есть они приводят слова Махапрабху, сказал, что ваша сампрадая, то есть они толкуют это, что из-за того, что Махапрабху сказал ваша сампрадая, значит связи между сампрадая Махапрабху и Мадхавачарьей нет, но это не так. И вот в дальнейшем наши комментаторы говорят, даже Ваман Госвами Махарадж, те, кто подлинные ачарьи, те, кто настоящие ачарьи, и вот они задают вопрос, вы такие знаменитые эти писатели, но вы не знаете, что Мадхавачарья, он утвердил Шуддадвайтаваду. Но они утвердили карму гьяна. Карма гьяна значит, и в общем, в итоге они делают вывод, что Мадхавачарья говорил о мукти как о высшем. Но это не так. И вот Мадхавачарья никогда не хотел утвердить мукти, освобождение, как это. Он никогда не советовал слиться с мукти. Такого никогда не было. Те, кто не обретают гуру крипы, они становятся скверными, грязными, буквально. Те, кто не обретают милости гуру, они говорят какую-то ерунду под именем Харибаджана, Рагануга Баджана.
и прочего. И чтобы очистить это займет тысячи лет. Что делать? Что говорить о чистой преданности? Кто может услышать? Не каждый может следовать Гуру Вайшнавам. И таким образом наш Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупад, Гуру Варга говорят, если Мадхвачарья, если Мадхвачарья утвердит идеализм мукти, садхи, это саддана, в общем, саддана это процедура, а садхи это цель. То есть первое это способ, путь к достижению цели, саддана, средства. И вот в то время какой-то ачарья говорил, If Matajajo at all going to establish, you know, this mukti as idealism, final goal, then why Matajajo going to use and establish this, you know, Shuddha Dvaitobad means Neva Jivatma can submerge with Bhagavad. Shuddha Dvaitobad, Matajajo don't allow it. Мадхвачарья не признавал того, что джива никогда не может достичь Бхагавана. Изучить комментарии к Махабхарате, которые написаны Мадхвачарья, если изучить Бхашью, его комментарии к Упанишадам, или комментарии, написанные Мадхвачарья насчет Веданта Сутры, покажите мне хотя бы одну, один пример, когда Мадхвачарья пытался говорил что-то иное, кроме чистой преданности. Махапрабху всегда везде пытался утвердить чистую преданность, практику чистой преданности, поэтому Махапрабху принял его сампрадаю. В Навадибдам Парикрама Канди Бхактивинода Тхакур пишет, все ачарьи, кто нет. Каждый приходил сюда, Нимбарка Ачарья, Рамануджа Ачарья, Мадхва Ачарья, Вишну с вами, Чету с вами, Саптариши. Нет. Все они пришли, вынуждены были прийти сюда, в Гуру Даму. И Махапрабху, говорится, в то время Махапрабху достаточно давно. Но Махапрабху, он вечно присутствует в Мадхвачарье. Перед Мадхвачарьей Махапрабху явился и благословил его, что в Кали-югу я явлюсь, и я приму твою сампрадаю. Даже Майявада Ачарья Шанкарачарья уже приходил в Навадвипдаму, и Махапрабху явился, поскольку он Шанкар Бхагаван. И он сказал, что твоя майявада неприменимая здесь, уходи. Махапрабху сказал так, что эта майявада твоя, она не для этого места. И он дал наставление проповедовать майяваду для демонических людей, но не для преданных. Шанкарачарья был здесь в Рудрадвипе, совершал баджану. Бхаратрадж Муни, слышали, может, его имя? Васиштха Муни, кто нет? И таким образом, Мадхвачарья, можно изучать любые комментарии к Веданте, к Упанишадам, к Махабхарате, комментарии, все. Нигде нельзя найти, что Мадхвачарья пытался утвердить что-то еще. Мадхвачарья всегда утверждал Шуда Бхакти Сиддханту, практику чистой преданности. Но
это так, что Махапрабху, несомненно, в начале. Вначале Махапрабху пытался утвердить кармарпон. Это неплохо, не так плохо. Вот он заключает все сначала кармарпон. И если вспомнить, я когда говорил о Равана Дасамвати, и вот если вспомнить, я уже говорил то, что есть, когда наша карма, любая карма, которую мы совершаем, это, она обуславливает нас. Поверите мне или нет, это описывается в шастрах, но если это карма, которую вы совершаете ради дхармы, ради удовлетворения Верховного Господа, Гуру Вайшнавов, то в этом нет никакой проблемы. Если вы свяжете всю вашу карму с дхармой, дхарма значит, что такое дхарма вообще, Махапрабху? Когда хотел услышать о садхан-садхе татве, то вот это такая техника. С помощью желания Махапрабху, Рамананда начал сначала. По желанию Махапрабху он начал говорить с самого начала, с нулевого уровня, что если мы своей кармы будем, то есть если мы своей кармой удовлетворим Вишну, то это очень хорошо. И вот эта дхарма, если эта дхарма оскверняет ваше сердце, то есть если эту карму сделаете ради себя, то она оскверняет вас, если ради высшей цели, то нет. Если мы делаем карму, то есть то, что что-либо делаем не для удовлетворения Бхагавана, то ничего хорошего у нас не получится. Вот эти йоги, гьяни, они не мукты, мадхвачарья, что хотел сказать. Мукти в понимании мадхвачарья, и Баладев Видьябхушан уже в Прамая Ратнавали, он комментирует это. Гуру Махарадж также опубликовал вот эту книгу, а вторую Сиддханта Ратнавали я Гаудия Махарадж опубликовал. И вот там вся эта Гаудия Сиддханта представлена в форме маленькой книги. И вот там говорится, что Мадхвачарья никогда не говорил о мукти как о высшей цели, если мукти. Наш Баладев Видьябхушан показывает, Ну вот вначале всего я хочу сказать, что наш великий Ачарья Шрила Бхактивинод Тхакур хотел написать. Сарвасактим расадхим, тат биннаншанша дживан, талитану, тат бимустанша хават, бхеда бхеда сакала мепи,
Харихе Садханам Судда Бхактим Татприти Мева Садха Татприти Мева Ити Упадешати Джанано Гаура Чанда Саямса. You understand what I say? You understand? Again I speak. Very minute. You have to concentrate. Вот мы должны слушать с неотрывным вниманием, чтобы ум не ходил туда-сюда. Если вспомнить Лакхира, это ученица этого Харидаса Такура, она стала великим ачарьей. И все знаменитые люди, ачарьи, со всей страны приходили к ней, чтобы получить даршан и лотосный стоп. Во время Харидаса Такура ушел. Почему мы сомневаемся, если мы имеем связь с могущественным ачарьей, то его сила придет к вам, я обещаю вам, сидя на Ясасане. И мы ничего не делаем по... То есть, если мы полагаемся только на себя без помощи Гуру Вайшнавов, то ни к чему хорошему это не приведет. И вот это шлока. Садханам Судда Бхактим Саддхо Татприти Мева Ити Упадешити Джанана Гаура Чанда Свайамса. Бхактиман Такур пишет такие слова. Амная значит соответствие. Very perfectly, because otherwise you can confuse. Maharaj, they are doing, don't do that. И вот я говорю о стандарте, который должен быть. Мы должны это все сравнить, связать со всем. И вот что я хочу сказать. Амная значит соответствие совершенным гуру парампары. Амная значит мы публикуем статью ортодоксальная Гуру Парампара. Там множество прекрасных вещей, множество документальных свидетельств. И вот там мы можем найти амна в соответствии с совершенной Гуру Парампарой. Это наша привилегия. Каждый может сказать, что его Гуру Парампара совершенна, но я спорить с этим не буду. Но когда я говорю о совершенной Гуру Парампаре, совершенный значит, я начал с этой шлоки. Те, кто находится в полной гармонии с Гурудевом, не отклоняются ни на миллиметр. Не думайте, что это какая-то шутка. Вы приехали издалека. И поэтому я не могу вам просто заявить, что так просто получить Бхагавана. Нет, не так просто. Во всем мире очень мало людей, кто может принять эту сиддханту и следовать ей, достичь Бхагавана. Может, кто отсеивается по пути. Это очень редко кто может. И вот суть в том, амная праха значит ведические кое знание, когда оно нисходит через Гуру Парампару, через совершенно Гуру Парампару, если какая-то неправильная Гуру Парампара, то тогда оно разрушается. Я не могу дать никакой гарантии. Если вы находитесь в гармонии с Гуру Падмой, то Бхактина Такур говорит, это амная праха. Ведическое знание сможет снизойти. Ну, это и так исходит, и вот все это вездесущее. И амная праха, все знание сампрадая может снизойти только через совершенный канал.
А если есть какое-то отклонение малейшее даже, то никакой гарантии уже нет. И таким образом, вот это изначальная татва, мы должны находиться в гармонии с чистыми гуру вайшнавами, чтобы обрести это сокровище. А Хари — это высший абсолют. Хари — это абсолют. Между ним ничего нет, Бхактина такого говорит. Абная Прахатта. Харим Иха. Харим Ихо. Парамам. Сактим Расадим. Хари — он вместилище бесконечного. Бесконечных существ, бесконечной энергии и Сарвасактим Расадим. Он бесконечный океан расы. Очит партия. Мавайвам саджива локе джива бхута санатанаха. Бхагаван speaking in Gita, you can remember? И вот Бхагаван говорит в Гите, мы должны помнить. Если наш ум беспокойный, то мы не сможем ничего помнить, должна быть концентрация ума. И вот все дживатмы, такие малые дживатмы, они подобны Ану, Четан. Таким малым частицам. Countless jivatma. Infinite jivatma. All coming from Bhagavan. Они все исходят из Бхагавана. Отличные от Бхагавана. Нельзя сказать, что они сливаются с Бхагаваном. Нет. Обусловленные души в любое время могут попасть под влияние Майя. Прокрытие природа Майя. Она это тоже может стать причиной их падения, но они опять могут выбраться из Майя. И если они обретут бхакти бхаву, бхават значит, когда они обретут бхакти бхаву, Вимукта значит особо, не просто освобожденное, а какое-то особенно освобожденное. Когда вот на санскрите вот это слово вишеш, значит нечто особенное, это значит бхакти. Когда они вот это слово вот с приставкой ви значит, что это особое освобождение, это значит бхакти. И тогда все бесконечные миры, во всех бесконечных мирах, все, что мы можем видеть или не можем, они все эти миры, они одновременно едины и отличны от Бхагавана. Много раз я говорил об этом, они едины и отличны от Бхагавана. И чистая практика преданности — это то, чему мы должны следовать. Чистая преданность — значит, что у нас не должно быть никаких корыстных желаний, даже запаха этих корыстных желаний. И говорится то, что чтобы обрести према,
Это наша наивысшая цель. Бедаведа пракасам сакаламопи харихе свадханам суддхабхактим татпритим эва. Татпритим эва. Эва мане affirmative. Татприти. I mean strong love put attack with Bhagavan and Guru Vishnam. Татприти эва, эва значит, это такое подтверждение, что там. Садья, наша высшая цель, то, что мы должны достичь в этой жизни, что будет следующее, кто знает, сейчас у нас уже есть шанс, не нужно его упускать. И после этого мы, Верховный Господь, Сваямруп Бхагаван, Он снизошел в форме Кришны, Шри Кришна Чайтанья. Бхактивинода Тхакур описывает это, и вот сейчас у нас мы можем сравнить это все с учением Мадхвачарьи. Что хотел сказать Мадхвачарья, это то же самое. Пытайтесь, слушайте. Баладавиди Бушин говорит. Шри Мадхва Мате Харихи Паратара. И вот здесь говорится. Сатьям Джагат Таттато Бхеда Джива Гана Харе Рани Чара Ничо Учча Бхавам Гатаха Муктир Муктир Найо Муктир Найо Хи Акшадитти Траям Прамана Макхилам Амнайо Ко Беддо Беддо. I mean, Матачарджа wanted to say, Мадхвачарья хотел сказать, Си Мадхва Праху Вишнум Паратама. Вот наш Баладавиди Бушин говорит, Мадхвачарья хотел доказать то же самое. Мадхвачарья говорит, он говорит здесь, смотрите, в соответствии с таттва, все дживы, они отличны и от Бхагавана. И в итоге Мадхвачарья хочет сказать. И вот тут говорил это, вот предыдущий тема Махараджи возвращается, что вот это панчабидья. А то, о чем говорил Мадхвачарья, что разница между сознанием, материей, сознанием и сознанием. То есть каждое сознание каждого существа отличается от сознания другого существа. Материя отличается от сознания, сознание от материи, Бхагаван отличается от материи, от сознания обычных живых существ. Вот. И Мадхвачарья в итоге говорит, что никогда они не могут слиться с Бхагаваном. И я прихожу к заключению. И вот суть в том, почему тогда Махапрабху хотел сказать этому ачарье того времени. Что в вашей сампрадае два признака карма, пон, гьян. Все это запрещено в шастрах. Почему вы говорите о мукте, как о высшей цели? Вы обманываете меня, поскольку видите, что я майявади, и не говорите мне о подлинной сиддханте. И вот они говорят, Мадхвачарья, он утвердил эту сиддханту, что делать. Но Махапрабху говорит, что Мадхвачарья никогда не хотел сказать так. Я не говорил, как пример, просто поняли превратно. Как пример могу привести, можно пойти в Навадвип, посмотреть, сколько сахаджин на каждом шагу.
Да, Кунди Куча Сахаджи. Даже будучи отреченными, внешне живут женщинами и рассказывают, что следует Махапрабху. Они боролись с Прабхупадой, обвиняли его в сахаджизме, сами будучи сахаджиями полностью. И вот Шрила Прабхупад говорил: да, но мы естественные сахаджи, мы принимаем то, что естественно на Голоке, но вы материальные сахаджи. А мы естественные, спонтанные сахаджи, то, что естественно нас на Голоке Адаме, мы принимаем это и делаем, а вы материальные сахаджи. Но кто следует Махапрабху по-настоящему, а кто нет? Если вы достаточно удачливы, то ваше сердце оно подскажет. Я вижу, много людей приходят и уходят, но кто может принять и осознать все? Но все же не могу изменить сиддханту. Понимаете, о чем я говорю? Все заявляют, что не следует Гуранге Махапрабху. И вот Гурвага, Шрила Бхактивинода Тхакур, они говорят, что Мадхвачарья можно привести все Панишады, Веданта Вакью и прочие книги. Я могу это везде показать, что Мадхвачарья всегда утверждал, пытался утвердить чувство чистой бхакти. Но сейчас эти текущие лидеры говорят совершенно другие вещи. Махапрабху с ними не боролся. Хотя они должны говорить то, что говорил Махапрабху. Но далеко не всегда так происходит. Кто-то в погоне за популярностью опускает многие вещи. И почему они не следуют? Много раз я говорил в речи и в статьях, что те, кто полностью следует Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакур, они, несомненно, встретятся с Махапрабху. То есть те искренние последователи Махапрабху и Шрилы Прабхупады, они, несомненно, встретятся с Гаурангой, поскольку то, о чем я говорил, поскольку учение Махапрабху в первозданном виде, но его можно найти в учении Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. А если кто-то отклоняется от их пути, то, соответственно, учение Махапрабху у них уже совершенно не то. И чтобы увидеть подлинное учение Махапрабху, нужно пойти к Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуру. Нет другой альтернативы. И много раз я говорил, это как раз в этом и есть польза Гуру Парампары. Почему мы следуем Гуру Парампаре? Чтобы обрести первозданное изначальное учение Шивана Махапрабху. Как в христианстве кто-то спрашивал, что Иисус одно говорил, а его последователи совершенно другое, и говорят, что они его последователи при этом. Хотя, если почитать Библию, там совершенно другие вещи говорятся. Но что я хочу сказать, у нас не должно быть никаких, никакой зависти, враждебности, ненависти, зависти.
He want to use take meat and everything. Fago. Fago is actually is. Как в Библии переводится слово фаго? Иуди. Those are Иуди, their language. Это на этом. It is not actually. На иудейском или как его? На каком-то языке. Мясо не значит совершенно. Просто значит еда или хлеб. Как-то, ну, а перевели не так в этом мусульманстве тоже. Если почитать Коран, то там про Мухаммеда нигде не говорится, что он мясо ел. Говорится там мед, фрукты, хлеб там и прочее, но мяса там нигде нет. Но кто-то там дописал потом. Или в каких-то этих... традициях все поменяли. И вот Бхагаван говорит Удаве. Пашанда значит... Вот Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, что некоторые следуют Гурудеву сердцем, а некоторые как попало. То есть, ну, кто-то как следует, следует, кто-то не как следует. Я пример приводил достаточно давно, Вирочан, сын Прохлад Махараджа. Вот Вирочан и Индра Махарадж, они получали уроки в Брихаспати, у этого, у Агуру Индры. А вот точнее Индра и Брихаспати от Гурудева получали какое-то одно учение, но поняли совершенно по-разному. Хотя вроде одновременно слушали от одного источника те же самые слова. Индра понял одно, а вот, в общем, Индра и Вирочан слушали от Брихаспати. И в итоге каждый понял по-разному, хотя слушали то же самое, но понимание было совершенно разное. И также можно видеть, что кто-то вроде ученики одного и того же гуру, но получается совершенно разное. One Maharaj, I don't like to name society from there. He published this kind of siddhanta. I used to edit some books. He used to compile some book, I used to edit. When he show me this book, I say, you are going against your Gurudev. Bhaktivedanta Madhava Sima. I cannot help you. Вот он, знаю, какой-то человек. Принес книжку какую-то на редактирование, вроде, как сказать, взрослый уважаемый, а в книге столько ереси было, я ему сказал, что не могу вам помогать, у вас ваша книга слишком неприличная. Вы подождите. Но я ему посоветовал, что... Попытайтесь доказать, вот вы говорите, что наша сампрадая не имеет связи с Мадхавачарьей, попытайтесь как-то более обширно написать и какие-то доказательства привести. И вот я в Вальдаму потом уехал, потом... Ну, в общем, этот человек не стал мне дожидаться. Книжку свою опубликовал, раздавал всем подряд. Но мне было неудобно, я принял обет, что я напишу опровержение всей ереси, которая в его книжке. Но времени мало было, но так или иначе я все написал, опубликовал эту книгу. Она вот здесь у нас есть. А тот человек не мог ничего ответить. Но мы находимся в преемственности Мадхавачарьи. Сейчас я хочу эту книгу переписать, дополнить и на английский перевести. Времени мало, настолько Севена ждет. И таким образом я... Хочу сказать то, что
учения Мадхавачарьи и Махапрабху, они очень похожи. И Махапрабху принял прибежище в Сампрадае Мадхавачарьи. И вот мы находимся в преемственности Махапрабху. И другое, если Мадхавачарья напишет что-то сначала, и вот для начинающих Мадхавачарья, он очень... В общем, смысл в том, что Мадхавачарья, он начал с самого начала, что люди совершенно неграмотные, совершенно новые, они могли встать на путь преданности. Поэтому начинают с кармы, с таких простых вещей. Если кто-то не может оставить карму, то хорошо, пускай делают ту карму, которая одобрена в ведах, предлагают плоды своей кармы Бхагавану, и таким образом гьяна, знание разовьется, и потом, если они осознают, что эта жизнь не вечна, очень нестабильный, весь этот мир тоже не может дать нам удовлетворения. Если мы осознаем это будет гьяна. После гьяны надо ждать, чтобы встретиться с чистыми саду. Даже после этой гьяны можно, даже обретя гьяну, можно отклониться от пути, совершив какую-то ошибку. Множество гьяни, они совершают ошибку, падают с духовного пути. Гьяна, вайрагья. Без чистой преданности мы не можем обрести такую стабильность жизни. Мадхавачарья одобрил такие вещи простые для такого начального уровня. Я могу привести пример, что есть какой-то царь, он назначает министра какого-то, какие-то правила предписания вводит. Но это не значит, что этот царь не может делать. Если бы министра бы не было, этот царь сам мог заниматься его работой. Он как бы может, но делает это через министра, чтобы тот делал какую-то работу. Он передает ему свои полномочия какие-то, и министр действует от царского лица. И таким же образом карма, вот это не значит, что мы должны следовать карме, но те, кто двигается постепенно, новые люди какие-то только, пришедшие на путь духовности, они должны делать что-то для Бхагавана, связывать свою деятельность с Бхагаваном, делать все ради него. И если это дхарма, в общем, если это не развивает вайраги, отречение от всего, то толку этого нет. А если это отречение не ради Бхагавана, то и от отречения толку нет. И в Бхагаватам говорится, что вся карма тапасья, все это постепенные шаги к бхакти, если мы находимся в правильной наставнической преемственности. Вот говорится, что наша карма, кармапон, гьяна, тапасья, иджа, вот это арчана, поклонение, все это делается ради того, чтобы обрести бхакти. Поэтому Мадхавачарья, он ничего неправильного не делал, он просто делал это для начального уровня. И вот говорится здесь, and somebody can say thing Vishnu Tattva. Vishnu значит Кришна. Somebody can think Vishnu Tattva. Кто-то думает, что это Вишну Таттва или Кришна Таттва, но по сути это не отлично.
Мы, гаудеи, знаем, даже в Расалиле Шукадев Госвами, когда описывал Расалилу, он здесь использовал слово Вишну. Почему Кришна совершает расу? Причем тут Вишну вообще? Зачем Вишну тут? Только для того, чтобы сдержать себя. Чтобы сдержать свое, сдержать ваши превратные представления о Расалиле. Поэтому Шукадев Госвами, он говорит, что помните, он Вишну, вездесущий, Верховный Господь, он совершает Расалилу. Шукадев Госвами специально использует слово Вишну, хотя мог Кришна сказать, но не использовал. Если бы Кришна сказал, то никто там мог неправильно понять, но вот этим словом Вишну он имел в виду Кришну, поскольку внутри Вишну Кришна есть. Но вот перед тем, как принимать какое-то решение, мы должны понять, что он вездесущий, Верховный Господь, он совершает эту Расалилу совершенно не так, как обычные, какие-то обычные существа. Чтобы люди так не подумали, он здесь используется именно слово Вишну, которое означает Верховный Вездесущий Господь. И Мадвачарья, хочу много вещей про него рассказать. Ну, чтобы вот это прояснить, этот момент заняло много времени, и ну, так или иначе, Мадвачарья хотел утвердить Шуда Бхакти и Баладевиди Бушан. Как Баладевиди Бушан пришел в нашу преемственность, мы должны знать, мы должны понять. Баладевиди Бушан, он великое сокровище, настолько великий ученый, трансцендентный. Он проповедует от имени Мадвачарьи. Он родился в Балишваре, где-то там. И вот там он встретился с великим преданным Рада Дамодарджи. Ученик Шамананда, Расикананда, Расикананда. Ученик Нананда вроде, и после него еще кто-то, и вот он был. И вот этот праученик Расикананды Прабху, это Рада Дамодар Госвами, он был великий ученый. Он имел полное знание о Сарадаршане, о Сат-Сандарбхах. Эти шесть Сандарбхах написаны Джива Госвами, он знал их полностью. Мог цитировать в любой момент любой стих. И вот случайно, по воле Шимана Махапрабху, Баладевиди Бушан встретился с ним. И вот они начали говорить о какой-то седанте. Баладевиди Бушан говорил, тот отвечал, и вот они, один приводил аргумент, другой контраргумент приводил, и в итоге Баладевиди Бушан, он принял прибежище у Рады Дамодар Госвами. Он вынужден был принять прибежище, поскольку увидел, что этот Рада Дамодарджи, он хотел сказать что-то вечное, но новое для Баладевиди Бушана. Он никогда не слышал этого. Сиддханта было очень прекрасно, поскольку это была Сиддханта Махапрабху, и услышав всю эту Сиддханту Махапрабху, Рада Дамодар, он растерялся.
сказал, что думал, что я пандит, но видя вашу ученость, понимаю, что я не очень. И я прошу даровать мне дикшу, я принимаю вас как своего гуру и прошу вас научить меня этим шести сандарбхам. Я хочу изучить все это от вас. И вот он начал изучать. И после изучения он сам стал таким великим пандитом, что никто не мог сравниться с ним. И потом, получив разрешение, он пошел к Вишвана Чакравартипаду великому. И в итоге, потом он собрался во Вриндаван, поскольку Вишвана Чакравати жил около Радакунды. И вот он отправился туда. Он начал изучать Бхагавад-сиддханту. Он был счастлив, что наконец-то его жизнь завенчалась успехом. Он встретился с Бхагавад-сиддхантой, столь прекрасной. Вот Вишвана Чакравати, он из всех комментариев на Бхагаватам лучшие это комментарии Вишвана Чакравати. Санатан Госвами написал комментарий только к 10-й песне. То есть они тоже прекрасны, но только, но он много не писал, только к 10-й песне написал. А Баладев Видябушан, он изучил много от него и начал писать комментарий на Бхагаватам, но не смог закончить, он умер, и поэтому ничего не осталось. И в итоге у нас есть 18 авторитетных комментариев. И среди них Баладев Вишвана Чакравати, знаете, комментарий Вишвана Чакравати очень прекрасно. И таким образом Баладев Видябушан, наше Гаудия Вайшнавское общество хотят обрести Баладева Видябушана в их преемственности, поскольку они знают, если он придет в нашу сампрадаю, он прославит ее, но какие-то глупые люди говорят какую-то ерунду о том, что Баладева Видябушан не находится в преемственности Махапрабху. Он в преемственности Мадхвачарьи. А потом, когда он принял прибежище в Гауди Сампрадаю, то пытался сделать какой-то нестабильный мост для связи этих Сампрадай. Но Бхактивинода Тхакура говорит, что те, кто верит, а те, кто говорит такую ерунду, даже приняв прибежище в Гауди Сампрадаю, кто говорит такую ерунду, Бхактивинода Тхакура говорит, что эти люди, они враги Гауди Сампрадая. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит об этом. Много раз я слышал об этом. И вот он говорит, что такие люди враги Гауди Сампрадая, те, кто говорят так. И вот Баладев Видябушан, если буду говорить про мои ратнавали, сейчас я кратко говорю. И вот эту книгу Гуру Махарадж опубликовал. И со всей сиддханты Гауди Матха она одобрена Мадхвачарьи. Шрила Прабхупад в своем Патравали в своих письмах пишет, давно достаточно было, что кто-то отклонился от пути Мадхвачарьи. Письмо Шрилы Прабхупады могу показать, что
Это опыт Мадхусудана Госвами во время Шрилы Прабхупады. Он был великим ачарьем во Вриндаване. Он очень уважал Шрилу Прабхупаду и написал ему. И вот я был в Урупи, в Питхе Мадхвачарье, и там я видел все ачарьи, они танцуют подобно гопи перед Гопалом. И вот он пишет, что они танцуют там перед Гопалом. Мадхусудана Госвами описывает это. Кто-то из наших гуруаги следует Шриле Прабхупаде полностью, кто-то не совсем. И вот я хочу сказать много вещей о Мадхвачарье, но времени мало. Но я хочу сказать о великом ачарье. Его имя, а ее имя это Ганга Мата Такурани. Если я не скажу о ней, Джаганнатх не простит меня. Если я не скажу о Ганга Мата Такурани, Джаганнатх не простит меня. Поэтому я должен что-то сказать. Они еще возьмут немного времени. Ганга Мата Такурани – это лучший из преданных Джаганнатха. Она дочь царя Раджа Сахи. Когда Нарутам Таку, он из Раджа Сахи происходит. И вот она дочь царя вот этого того района Раджа Сахи. Ее имя Навиш Нараян. Это имя отца Навиш Нараян. А ее имя было Шача. Ее изначальное имя было Шача. Она изучила Вьякаран Аланкар. Она была очень талантлива. Она могла победить любого, даже такого в детском возрасте очень. Она была за пределами телесных представлений. Она могла действовать как ачарья. Но далеко не каждый может так делать. Я уже много примеров приводил из Упанишад, Гаргика, Тайни. Они все за пределами телесных представлений. Даже кто-то из них в Ведах описывается, что кто-то какие-то мантры написаны, записаны женщинами. Хотя кто-то может возмутиться, но нет, эти женщины, которые писали, записали эти мантры, они за пределами телесных представлений. Иначе они не могли бы сделать это. А люди в обусловленном состоянии не могут быть ачарьями. И вот Ганга Мата Такурани, она вечная спутница Бхагавана, она находится за пределами телесных представлений. И вот когда она подросла, родители захотели выдать ее замуж, но она сказала, что я не хочу выходить замуж за смертного. И как она, ком же ты женишься? Кого же выдать, за кого же ты пойдешь замуж, что сказал, что за Бхагавана пойдет. И вот она приняла решение, что не будет выходить замуж за простого смертного. И вот родители уже беспокоились, они уже состарились и думали, что же делать с их дочкой, кто позаботится о ней, поскольку они умирают уже. И вот они так беспокоились и умерли. Отец с матерью очень быстро из-за таких беспокойств.
что их единственная дочь, та не замужем. И вот после того, как отец и мать ушли, то она стала царицей. Наследников не было, кроме нее, поэтому царицей стала. Потом она отдала эти постцарские каким-то людям и отправилась во Вриндаван. Она оставила все, все эти материальные богатства как испражнения. Многие очень привязаны к какой-то материальной собственности, она оставила это без всякого сожаления и отправилась во Вриндаван, чтобы найти подлинного гуру. И она услышала, что есть великий гуру в преемственности Шри Чайтаньи Махапрабху. Гададхара Пандит Госвами, он ученик Ананта Ачарьи. Его ученик Харидас Госвами. Даже помните это, потом можно рассказать другим. И вот Харидас Госвами, великий преданный в Чайтанье Чаритамрите, говорится о нем, что такое служение, которое он делал, мы не можем представить. Говинда Дев, который открыт Рупа Госвами. И вот он поддерживал все служение Говинда Дева, как всегда и везде. Какое-то служение заканчивалось, начиналось новое. И вот он так служил беззаветно Гопалу. И вот он, в общем, делал все для Гопала. И таким образом совершал служение. Очень великолепное служение. Он был он всех занимал служение также. И вот это Ганга Мата Такурани, она взмолилась его лотосным стопам. Она дочь царя, как ты можешь жить во Вриндаване? На какое-то подаяние лучше иди назад. Она не ушла, не был готов подать ей дикшу. В итоге, видя ее отреченность, и вот видя отреченность Гангамата Такурани, это Шачидеви, Харидас Такур был удивлен, и он сказал, вынужден был сказать, иди сюда, я дам тебе дикшу. И вот он дал Харинам дикшу, дал наставление. Кто-то говорит, два. А потом еще кто-то говорит, что она пришла во Вриндаван с Лакшмипри, с подружкой. А какие-то говорят, что подружились они во Вриндаване, но были, происходили из одного места. Харидас Госвами дал наставление, хорошо, ты можешь отправиться на Радакунду совершать баджан там. И вот он дал наставление Лакшмипри и Шачи. И в итоге Харидас такой позвал, иди сюда. О, моя дочь, иди сюда. Что случилось? Иди в Орису, Пури. Совершай баджан там. И вот они... Кто-то может подумать, что что-то случилось, но дал такое наставление в соответствии с вдохновением, которое получил в Гуранге. И вот он отправил ее в Орису, в Пури, вместо Сарвабхаума Бхаттачарьи. Там, потом через пару сотен лет запустение пришло, и вот Шачидеви получила по наставлению Гурудева, отправилась туда. Там такая, какой-то такой
старое место. И вот, все внешне выглядело очень странно. И вот он отправил в Орису, чтобы она считала Бхагаватам и проповедовала учение Гуранги всем. Смотрите, Гурудев, он сделал ее ачарьей, как Харидас Такур сделал ачарьей Лакакиру. И здесь также она стала ачарьей по милости Гурудева. И вот она отправилась туда в таком. Она питалась на подаянии, жила в каком-то такой богохижине. Так или иначе поддерживала себя. Потом начала читать, объяснять Бхагаватам. И когда она начала объяснять Бхагаватам, те, кто слушали, они были удивлены. Такое объяснение мы никогда не слышали. Все в соответствии с предписаниями Рупы Санатана Джива Гасая. Великолепно. Даже царь Арисы. Его имя Мукунда. Мукунда Дев его звали в то время. В то время, как во время Махапрабху Пратапарудра. Но потом его этот... В общем, один из преемников был Мукунда Дев, царем Пури. И вот он слышал, что какая-то великая святая пришла из Вриндавана. Никто не может представить, чтобы женщина была ачарьей. Но царь заинтересовался и подумал, пойду послушаю Бхагаватам. И вот он пошел, сел и слушал Бхагаватам, как обычный человек. И услышав ее объяснение, царь был очень вдохновлен и сказал: «О, Матаджи, хочу пожертвование какое-то дать». И сказал, что ничего не надо мне, нет, должны что-то взять. Как у Гуру Дакшину, я хочу получить дикшу от вас. И вот он получил Харинама дикшу, поскольку Гурудев ей дал наставление давать посвящение желающим. И вот она дала этому царю Харинама дикшу. Техника Шрилы Прабхупады была в том, что если мы можем изменить сердца каких-то знаменитых людей в обществе, то они своим влиянием помогут другим измениться. И в итоге он поклонился этой Матаджи, сказал, что мой гуру, спасите меня. И в итоге она дала Харинаму дикшу ему, и после этого она попросила, что этот... Царь захотел что-то дать ей, по крайней мере, вот это Швету Гангу, там в Пури есть место Швета Ганга, там такое там место, ну, небольшое, но небольшое, так, смотри, как мерить, метров 100-200, и вот... И вот там была Дамодар Шрила, она служила ей, и, в общем, царь отдал ей все это место. Она приняла это как в качестве, с настроением Юкта Вайраги. И она приняла это для служения Бхагавану. И если у нас есть бхакти в нашем сердце, то Гуру Махарадж, он вдохновит наше сердце, вдохновит нас. И, в общем, царь был очень доволен, и он хотел попросить, ну, в общем, что-то дал для служения Господу. Он просил что-то взять, но она не брала ничего. В итоге я сказал: «Хорошо, ради саду севы, какие-то саду приходят, у меня нету тут ничего, чтобы готовить. Ты можешь организовать каждый день, чтобы приносили джаганнатх прасад и раздавали всем желающим, чтобы вот кормить всех саду, которые приходят, что останется, я могу съесть». So still today,
И вот до сегодняшнего дня Хамад Джаганатха, когда там подношение заканчивается, какой-то прасад вначале несут туда. И сейчас такое, сейчас правило такое осталось, сделанное царем, не только это, но также много пант. Когда Мукунда Дев принял прибежище у Ганга-Матенга с вами, все другие панды тоже приняли прибежище у нее. А ее слава распространилась широко. Однажды Шачимата подумала, сегодня день Ганга-Пуджи. Лучше я отправлюсь в Бенгал, чтобы поклоняться Ганге. Она приняла такое решение, и Джаганатх пришел. Ты собираешься в Бенгал? По моему желанию, ты можешь принять, но смотри, я по моему желанию, Ганга явится здесь, Шьета Ганге. Ты физически увидишь ее, когда будешь принимать омовение. Иди в полночь, принимай омовение. И вот по воле Джаганатха она пошла и приняла омовение. И вот и действительно, когда она пошла в полночь принимать омовение, она видела, что какой-то огромный поток воды явился откуда-то, и из Ганга Деви она явилась на крокодиле с лотосом, и был такой поток воды, что эта Сочи Деви не смогла устоять. И в общем, ее унесло этим потоком воды куда-то внутрь храма Джаганатха. Она там очнулась потом, внутри храма Джаганатха. И когда она пришла в сознание, начала плакать, что она увидела, что также множество людей принимает омовение в Ганге. Те благословленные души. И тем временем хотя люди, когда эти панды пришли, увидели, что она там находится, хотя была закрыта на три замка вот собой. Еще там система распределения ключей такая, что один человек не откроет. И вот они. В общем, они открыли все там. Увидели, одна Ганга-Мата осталась, сидит и плачет. Они проарестовали ее, сказали, что пришла тут украсть все эти украшения Джаганатха, золото и прочее. Кто так говорил, что вы несете, но все равно в тюрьму посадили на всякий случай, чтобы неповадно было. А как тут забрались? Закрыто было. Но в итоге Джаганатх был очень разгневан. Явился царю вроде и сказал, что пошел просить прощения у ее лотосных стоп за то, что ее посадили. Я сам перенес ее внутрь храма глупцы. Царь проснулся, пошел, позвал этих панд, объяснил ситуацию, что нужно пойти прощения просить. Махарадж уточняет, он царь потом после этого принял прибежище у него, он говорит, и Ганга-Мата Госвами. После этого случая, когда понял, кто ее величие. И вот эту Ганга-Мату освободили, и с того дня
его имя стало, ее имя стало Гангамата Такурани. От этого Шачадеви звали. И вот Джаганат сказал, что Джаганат во сне сказал царю, с моих лотосных стоп Ганга явилась и омыла ее и унесла внутрь храма Джаганатха. Даже Гангадея хочет получить общение, обрести общение с ней, а ты посадил ее в тюрьму, как не стыдно. И в итоге Гангамата Такурани, она уникальная ачарья в преемственности Гуранги Махапрабху. Это она не какая-то обычная женщина. Она за пределами телесных представлений о жизни. Мы молимся лотосным стопам Гангамата Такурани благословить нас. Мы молимся лотосным стопам Баладева Видьябхушана, чтобы мы тоже обрели представление о том, что такое чистая бхакти, чистая бхакти.